В этом видео я покажу, как грабить грузовой поезд в джелбрейке. Грузовой поезд появляется в Краток-Сити вот здесь. Ездит вдоль портового города, вулкана, ЖД-станции, завода и заканчивает путь у заправки. А также может и по-другому вдоль восходящего города. На поезд можно запрыгнуть неважно в каком месте, например, у начала. И сейчас вам продемонстрирую на примере. Вот вы едете на полной скорости к нему, и вы должны постараться остановиться раньше вот этого красного вагона. Ждем вагон, на который можно запрыгнуть, и прыгаем до красного. Открываем люк и падаем внутрь. Аккуратно обходим дыры с лазерами и открываем дверь на выход. А уже потом взрываем эту. После взрыва заходим и ждем, когда пополнятся деньги. Вагоны могут быть разные, даже без этих дыр, так что будьте осторожными. После того, как набрали нужную сумму денег, мы выходим из поезда и получаем за ограбление вознаграждение. И если вам понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал. И давайте наберем за сутки не менее 7 лайков, и тогда выйдет новый туториал про другой поезд. Ну а так, всем удачи и всем пока!